Евразийский банк представляет новую карту по льда. Теперь вы можете покупать в рассрочку не только в сети партнеров, но и по всему миру. Да, с этой картой можно покупать в рассрочку что угодно и где угодно. В Казахстане, в интернет-магазинах и даже за границей. Главное, чтобы карточки принимали. Платите картой по льда и делите стоимость покупок на 3. То есть вы можете в любом казахстанском магазине, хоть в продуктовом, расплатиться за покупку в рассрочку. А может, вам приглянулась новая модная вещь от любимого дизайнера. Теперь можно покупать товары в рассрочку онлайн. Или представьте, что вы на отдыхе за границей, и вам приглянулся новенький гаджет по цене, которая ниже, чем в Казахстане. Пример один. В этом месяце вы купили детские товары в сети партнеров на 90 тысяч тенге. Этот платеж делится на 3. Каждый следующий месяц, с 1 по 20 число, вы вносите на карту 30 тысяч тенге, то есть 1/3 от суммы покупки. И никакой комиссии. Приятное дополнение – повышенный бонус в партнерской сети. Пример 2. Вы сделали покупку вне сети партнеров на те же 90 тысяч тенге. Вы тоже платите по 30 тысяч тенге в течение 3 месяцев, а также небольшую комиссию. И снова приятное дополнение – гарантированный бонус даже вне сети партнеров. При полном же погашении в грейс-период до 50 дней никакой комиссии не начисляется. Удобно? Конечно, да. Не нужно обращаться к менеджерам банков и ждать, пока они одобрят вашу рассрочку. Просто платите картой по льду. Пожалуйста, убедитесь, что цена товара или услуги доступна вашему лимиту. А также для вас преимущество карт Евразийского банка. При этом выпуск и обслуживание карты абсолютно бесплатно. Ведь это пайда, что в переводе с казахского означает «польза», «выгода». Надеемся, что вы оцените удобство и преимущество карты. А чтобы ее получить, оставьте заявку на сайте paida.card.kz, и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время. Новая карта пайда от Евразийского. Рассрочка где угодно. Годно.